Героями аварий в столице региона часто становятся и те, кто, наоборот, должен делать улицы города безопаснее. Сегодня наш народный корреспондент Данил Малолыченко стал свидетелем такой ситуации. Подошел к перекрестку, увидел довольно-таки нелепую ситуацию, как два эвакуатора, которые эвакуируют неправильно припаркованные машины, очень нелепо столкнулись между собой. Причем на обоих находились погруженные машины, я так понимаю, арестованные. Столкновение произошло таким образом, что те машины, которые были погружены, они тоже слетели с эвакуаторов, соответственно, и еще ударились между собой. Получается, я так подозреваю, что, наверное, собственники эвакуированных автомобилей даже еще и не подозревали, может быть, даже и в данный момент не подозревают, что такая ситуация произошла с этими машинами. Если вы стали свидетелем подобного, звоните в рубрику «Народный корреспондент». Она для наблюдательных и неравнодушных.